28 мая в России ежегодно отмечается День пограничника, поэтому началось плановое совещание с поздравлений главы личного состава пограничных войск города. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, бодрости духа, оптимизма. Ну и самое главное, чтобы Родина всегда помнила, чтила своих защитников. Далее Александр Новиков напомнил присутствующим о предстоящем значимом событии в городе Волгодонск Ростовской области. С 31 мая по 1 июня там состоится фестиваль-конкурс атомных городов «Созвездие городов Росэнергоатома». Делегация города Десногорска во главе с главой муниципального образования Андреем Николаевичем Шубиным также принимает участие в конкурсной творческой программе, и мы надеемся на победу. С 30 мая в городе начнутся приемочные работы по замене лифтового оборудования. Также с 30 числа продолжится реализация проекта комфортной городской среды. Плановые работы будут проводиться на придомовой территории 7 микрорайона 1 и 2 домов, а также в 1 микрорайоне 1 доме. Просьба к жителям не оставлять автотранспорт, не загораживать территорию проезжей части. Полным ходом идет подготовка праздничных мероприятий, приуроченных к предстоящему Дню защиты детей. 1 июня на площади РЭО ЭДЦ для юных десногорцев устроят праздник «Ура, каникулы!». А на баскетбольной площадке 4-го микрорайона в 11 часов состоится игровая программа для детей «Мир детства, мир радости». Любители баскетбола приглашаются в 12 часов на торжественное открытие фестиваля по баскетболу. В 13:00 в Центре культуры и молодежной политики состоится спектакль для детей «Триамп, здравствуйте!». И в 16:00 на городской летней эстраде состоится праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей «Яркие краски детства». Атмосфера в городе благополучная. Все организации работают в плановом режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.